Скажите, с какими чувствами вы прибыли на Вологодщину? С особыми чувствами, потому что Вологодская земля – это северная Фиваида, это святое место Руси. Это место, отмеченное подвигами наших великих святых, первопроходцев, отшельников, монахов, которые осваивали эти земли и осваивали их в первую очередь для того, чтобы душу свою спасти. И подвиг этих людей был настолько сильным, настолько заразительным, что вокруг них селились другие люди, и вот так осваивалась наша земля. И сегодня на Вологодской земле очень много сохранившихся памятников этого духовного подвига. Это монастыри, это древние храмы. И очень важно, чтобы с возрождением монастырей и храмов, которые сейчас происходят, возрождалась и душа людей, живущих на севере. Я думаю, что каждый северянин, каждый живущий на Вологодской земле, должен помнить, с чего пошла Русь Святая, с чего началось освоение северных земель. И помнить, что причиной нашего замечательного исторического успеха, создания великой страны, являлась в первую очередь сила духа и сила веры. Вот я и пожелал бы всем, кто живет на этой земле, быть верными тому великому делу, которое совершили их предшественники, и хранить веру в сердце, что поможет им в том числе и в освоении тех пространств, не обязательно географических, которые окружают человека и которые необходимо осваивать для того, чтобы жизнь человека была полной и счастливой. Пусть Господь хранит всех жителей Вологодской земли.